Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксом, где я абсолютно без вложений зарабатываю денежку. Называется Студент Букс. Я делала обзор по этому буксу. Ну, у меня как бы все буксы вместе были. Отдельно я по нему видео не делала. Регистрация, друзья, здесь наипростейшая. Я думаю, все мы умеем регистрироваться в подобных буксах. Проблем не будет. Перейду в свой аккаунт. И что я хочу сказать по этому буксу. Я проверила его на вывод. Я вчера сделала уже поздно вечером пробный вывод. Набрала 30 центов отсюда. Естественно, мне захотелось его проверить на вывод. Вот. Но здесь есть у них условия, чтобы мы продолжали дальше выводить денежку. Значит, нажимаю вот здесь Winstraw. Давайте я сначала перейду в историю, вам покажу вывод. А потом уже начну рассказывать, что нужно сделать. Вот, 1 августа мне сегодня пришел вывод Pair с учетом комиссии. Это я вам сейчас все покажу. 17 центов у меня, друзья, вышло. Комплект. Все замечательно. Переходим на Pair кошелек. 1 августа. Перевод выполнен. 0.17 центов. Комментарий. Студент Букс. И они тут благодарят, спасибо, что работали, наверное. Студент Букс, опять же. Все замечательно, но теперь уже перейдем к выводу. Нажимаю вывод. Ну, как просматривать рекламку, я вам показывала. Значит, смотрите, минимум вот 30 центов у них. Первый вывод я сделала. Все замечательно. Я довольна, что букс платит, что рабочий букс. Но они требуют, чтобы опубликовать на форуме. Форум это вот у них вот здесь. Видим, да? Свой платеж. И сделать публикацию вот на такой штуке. Я вот, он не переводится никаким образом. Не так перевести, не скопировать. Ну, никак. Пришлось звать сына. Помощник мой. Вот он мне перевел. Сказал, что нужно опубликовать вот в этой штуке. Зарегистрироваться в Foxy Rating. Они заботятся о своей репутации. И это справедливо. Мне бы название скопировать. Сейчас я скопирую название. Покажу вам, как искать. Student Books. Сейчас я название скопирую. Так, переходим сюда. И вот здесь в поисковик. После того, как вы зарегистрируете. Здесь регистрация простая. Вставляете вот в этот поисковик название этого букса. И, наверное, вот так. Я вчера уже пробовала. Смотрела. Там, да, опубликовано много платежей с этого букса. Так, студент букс. Ну и что мне тут? А, вот сюда, наверное, надо кликнуть. Сейчас посмотрим. Да, вот студент букс. Видим, да? И, пожалуйста, тут описание, что вот минимум на вывод. Все, и дальше вот идут скрины вывод. Вывода вот 4. Так, это дня назад, наверное. Вот, и по доллару люди выводят. Это их обязательное условие. Давайте переведем на русский. Я вам хотя бы хоть немного покажу, чтобы вы были хотя бы в курсе немножко событий. То будете мыкаться. Поделиться своим мнением. Так, вот, подтверждение оплаты 4 дня назад. 4. Одна неделя назад. Ну, все вот это, видите, люди выводят. Так, ну, давайте я попробую поделиться. А, это посетить. Подождите, надо поделиться.
своим мнением. Так, и что мне нужно сделать? Поставить вот так звездочку. Я поставлю. Так. Добавить. Так, выберите один. А добавить файл. Сейчас я картинку я сделала скриншот. Опубликую. Так, где мой вывод? Вот он. Так. Ну и напишу платит. Так. Платит. И все так, да? Я сделала как бы. Так, подтверждение. Господи. Так, ну что, подтверждение, платеж получен. Картинка. А. 0 точка. Надо, наверное, 0. Точка. 17. Что у меня там было? Скопировать. Так вот. Да ёл. Вот так. Я сейчас это скопирую. И сюда вставлю. Удалю. Так. Ставить. Так. Так. Изображение я добавила. Ну и все, думаю. Этого хватит. На звездочку я нажала. Картинку я загрузила. Что они мне написали? Переводим на русский. Ошибка в поле суммы приносит. Вы, ну, возникла, вы должны ввести сумму в числе, если здесь запятую. А, возвращение. Это, наверное, не надо, может. Ну, что-то я тут совсем замухлевалась. Так, студент букс. Может, достаточно. Видите, тогда не ставьте. Так. Ой, так, оставляем комментарий. Просто нажмем картинку. Добавим. И все. И звездочку нажму. Надеюсь, будет этого достаточно. Вот так, звездочку. Так. Напишу платит. Платит. Ну и все. Так, все. А здесь вот ничего не написала. Смотрите. А, потому что я по-русски написала. Надо по-английски писать, друзья. Ну, бог с ним. Потом переделал. Ну, я вам показала наглядно, как опубликовывать. Потому что, когда на русском пишете, всегда восклицательные такие знаки. Это я уже знаю по другому проекту, но не суть. Нужно на английском. Вот. Ну и как бы на форуме тоже. Тоже потом я опубликую, как бы. Здесь нажимаете Paymont вот это. Копируете свой платеж и также как бы опубликовать. Вот, надеюсь, все это умеют и знают. Ну и что я хочу сказать по буксу. Так, не туда я зашла. Букс легкий, минималка набирается быстро. Самое главное, что платит. Работать можно. Конечно же, я буду работать и уже, ну, не 30 центов, правильно, это копейки. Но, тем не менее, очень приятно, что платит. Всем удачи, до новых встреч.